обязательно такой груз я затягиваю одним ремнем снизу, для того, чтобы во время резкого торможения груз не поехал вперед. Обязательно подстраховка. И каждый ремень, если это высокий груз, каждый ремень я обязательно проворачиваю, чтобы он не был плоским, чтобы он был прокрученным. Плоские ремни обычно во время движения хлопают, растягиваются, раздуваются, хлопают и разрываются. Прокрученный ремень никогда не надо сильно даже и натягивать. Его немножко натянуть, и он как струна. И никогда он не шевелится во время движения. И гораздо дольше он используется. Конечно, если короткий груз, низкий, ремень не обязательно прокручивать. Но вот высокий груз обязательно. Ну, если не хотите часто ремни менять. Это не обязательно, кто работает на дороге. Это и в хозяйстве, если кто для себя что-то везет. Обязательно нужно на высокий груз прокручивать ремень. Ну и также сзади дополнительная поддержка снизу. Тоже обязательно. Вообще задние и передние грузы всегда должны наглухо быть затянуты. На случай резкого торможения. Но это мое чисто профессиональное мнение. Конечно, каждый дрочит так, как хочет. Ну а я дрочу, как я хочу.